Perché ti ha affascinato tanto questo Bagni Mignoni? Мне показалось, что здесь... В гостинице должна быть снята одна из самых главных сцен. Ну, может быть, не в гостинице, а в декорации, сделанной в духе этой гостиницы. Помнишь, я почувствовал себя плохо и пошел в 38-й номер отдохнуть на час. Меня поразила эта комната, поскольку в ней окно... Выходила не на улицу, я не видел пейзажа. Это был колодец, очень маленький колодец с таким очень рассеянным светом, тусклым. Там было темно, всегда темно в этой комнате. Она очень странная какая-то. То ли это больница, то ли какое-то таинственное место, где человек может только очень плохо себя чувствовать. Тут не хватает воздуха. Мне показалось, что мы должны сделать сцену здесь, в этой комнате, связанной с нашим героем. Момент кризиса. Вот что мне показалось. И не только эта комната. Мне нравится баня в Виньоне. Мне нравится также этот бассейн, конечно же. Этот бассейн, из которого по утрам идет пар, клубится. Вокруг. Эта атмосфера какая-то таинственная, очень грустная, очень печальная, немножко пустынная. Я думаю, что поздней осенью там будет очень красиво. Это самое главное, конечно, я согласен с тобой, это самое главное место нашей будущей картины, место действия. Потом я вообще не думаю, что нам нужно большое внимание обращать архитектуре, несмотря на то, что нас герой интересуется архитектурой. Я думаю, что... Важно обратить внимание на путешествие, которое делает наш герой внутри самого себя. Это главное. И мне кажется, что это место, баня Виньони, чрезвычайно полезно будет для того, чтобы снять.
Si parla di mangiare da solo? Sì, tutto. Ma tutte le mattine? Da me. Tutte le mattine? Sì. Ah, è bravo. E che ora va a dormire? La sera, quando sono verso le 10, 10 e mezzo. E la mattina che ora si alza? Alle 4, alle 4 e mezzo, al massimo. Ma è lì che suona la campana? Sì. A mezzogiorno? A mezzogiorno. E oggi che cosa ha fatto da mangiare? Beh, ancora non lo so. Ancora non lo sa. Senta, adesso lei va verso la chiesa. La saluto, lei va verso la chiesa, può andare? Entri.